Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! Христос воскресе! Из творения святителя Иоанна Златоуста о Святой Деве и Богородице Марии. Все празднества в честь мучеников, приводящие на память сияние звезд, достойны внимания. Как звезды на небе стоят непоколебимо на тверди, и по разности расстояния представляется одна больше другой, и освещает весь круг земли. Причем одна и та же звезда и у индийцев бывает видимо, и у скифов не скрывается. На материке блестит, и море освещает, и показывает путь мореплавателям. Имен их вследствие многочисленности мы не знаем, но красоте и блеску их удивляемся, так и каждый из святых. В самом деле, хотя останки их заключены в гробницах, но сила их не ограничивается под небесными пределами. А что сказанная истина, ты можешь убедиться на деле. Палестина имеет останки Авраама, а шатер его соперничает с раем, потому что Бог, который там произнес осуждение Адаму, здесь был принят патриархом в качестве гостя. Одна пещера заключает в себе кости Иосифа, и концы вселенной удивляются его подвигам в Египте. Моисеева могила остается для нас неизвестной, но несмотря на это, и после смерти его возвещает о том, кто жезлом разделил Черное море. Где погребен Исаия, мы не знаем, а вся церковь по пророчеству его возглашает: «Се дева во чреве примет и родит сына» – Исаия 7:14. Даниил в Вавилоне погребен и на всю землю возгласил: «Вот на облаках небесных, как сын человеческий идет» – Даниила 7:13. Анания и находившиеся с ним отроки в Вавилоне почили, но вся вселенная, по их примеру, взывает ежедневно: «Благословите вся дела Господня, Господа» – Даниила 3:57. Иезекииль в Персии предан земле, но пьет с херувимами: «Благословенна слава Господня от места его» – Иезекииля 3:12. Таким образом, дьявол не получил никакой пользы, умертвив в раю Адама, потому что Бог через смерть открыл праведным дверь полной свободы. Но сколько бы ни были достойны удивления гробы святых, однако ничто так не славно, как настоящее празднество. Авель вспоминается ради жертвы, Енох почитается, потому что угодил Богу. Мельхиседек возвещается как образ Божий, Авраам восхваляется за веру, Исаак превозносится ради своего первообраза, Иаков ублажается за борьбу, Иосиф почитается за целомудрие, Иов ублажается за терпение, Моисей благословляется как законодатель, Иисус Навин прославляется как военачальник, Самсон ублажается как собеседник Божий, Илия свидетельствует как ревнитель, Исаия изображается как богослов, Даниил почитается как мудрец, Иезекииль служит предметом удивления как созерцатель тайн, Давид прославляется как отец таинства по плоти, Соломон заслуживает удивления как мудрец, но ничто не может сравниться с Богородицей Марией. Того, кого все те видели лишь в гаданиях, она сама носила во чреве воплотившимся. И ничто не воспрепятствовало неизъяснимому домостроительству Бога слова. Беременность, но страдание материально, а слово чуждо страдания и бремени. Глубина такого уничижения, но божество не ограничено. Скверно, но преобразовав ее, оно приняло
нечистоты и, воплотившись в ней, и родившись от нее, не осквернилась. Напротив, человеколюбие более приносит славы царю. Рождение, но оно не уменьшило того, кто безначален. Связанное с рождением воплощение, но божественная природа не потерпела изменения. У него была мать по плоти, но он не потерял того, чем он был без матери по божеству. Ясли, но он не лишился лона отца. Пещера, но Троица никогда не оставила трона. Итак, ничего не найдется у людей такого, как Богородица Мария. Перебери, человек, мысленно все создание, и посмотри, есть ли что равное или большее, чем Святая Богородица Мария. Обойди землю, осмотри море, полюбопытствуй в воздухе, исследуй мысленно небеса, подумай о всех невидимых силах и скажи, есть ли другое подобное же чудо во всем создании? Небеса возвещают славу Божию, ангелы служат со страхом, архангелы преклоняются с трепетом, херувимы не перенося трепещут, серафимы не приступают, но, летая вокруг, с трепетом вопиют, свят, свят, свят Господь Саваоф, полны небо и земля славы Твоей. Исаия 6.3. Море дрогнуло от его голоса. Облака с трепетом послужили ему колесницей при вознесении на небо. Солнце, не перенося его уничижения, содрогнулось. Ад в страхе извергнул мертвых. Стража от страха, увидев тебя, пала ниц. Гора с пришествием твоим задымилась. Терновый куст, не вынося видения, загорелся. Иордан, испугавшись, обратился назад, море, устрашившись жезла, разделилось, подчинившись Господнему удару. Жезл Ааронов ради образа, вопреки природе, расцвел. Огонь в Вавилоне устыдился числа Троицы. И вот перечисли эти необычайные явления и проникнись удивлением победы Девы. Именно кого все создание со страхом и трепетом воспевало, того она одна неизъяснимо зачала в своей утробе. Блаженны через нее все женщины. Женский род более не находится под проклятием. Она имела такую отрасль, благодаря которой превзошла по славе и ангелов. Уврачована Ева, обуздана египтянка, погребена Далила, предана забвению Изавель, забыта и Иродиада. Ныне имена совсем других жен служат предметом внимания. Восхваляется Сара, как возделанная нива народов. Удостаивается чести Ревека, как хитрая посредница благословений. Достойна внимания Илия, как матерь по плоти прародителя. Восхваляется Девора, вопреки полу начальствующая войском. Ублажается Елизавета, как благодатно воспринявшая биение во чреве своем предтечи. Достойна поклонения и Мария, потому что сделалась матерью и рабынею и облаком, и брачным чертогом, и кивотом для Господа. Она была матерью, потому что родила восхотевшего быть рожденным, рабынею, потому что природу ее должно признавать, проповедуя о дарованной ей благодати, облаком, потому что от Духа Святого зачала того, которого бесстрастно родила, брачным чертогом, потому что в ней Бог Слово обитал, как в брачном чертоге, кивотом, потому что не закон она носила, а вмещала в себе законодателя. Поэтому скажем ей: благословенна ты в женах,
Ты одна исцелила печаль Евы, одна утерла слезы плачущей, одна принесла цену для искупления мира. Тебе одной была доверена драгоценная жемчужина. Ты одна зачала без похоти и родила без страдания. Одна родила Эммануила, как он сам благоволил. Благословенна ты в женах, и благословен плод, а не семя, цвет, а не страсть, сияние, а не творение, сопрестольный отцу, а не раб, солнце, а не песок, тот, кому поклоняются, а не тварь, искупитель, а не должник. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. За всех достаточно восхвалил тебя пророк, восклицавший: «Се дева во чреве зачнет». Он указал на чудо и умолчал о том, каким образом оно совершится и родит сына. Указал на рождение, но не назвал его незаконным, и нарекут имя ему Эммануил. Сказал о тайне и прогремел о названии. «С нами Бог». Предсказал рожденного Бога и заставил замолчать уста иудеев. «С нами Бог!» И угасло заблуждение. «С нами Бог!» И обрезание ограничено. «С нами Бог!» И демоны обратились в бегство. «С нами Бог!» И дьявол низвергнут. «С нами Бог!» И купель не перестает возрождать. «С нами Бог!» И цари чтут благочестие. С нами Бог, и церкви полны до тесноты. С нами Бог, и смерть стала сном. С нами Бог, и мертвые, радуясь свободе, восклицают. Не ангел, не ходатай, но сам Господь пришел и спас нас. Ему слава во веки веков. Аминь.